Всем доброго времени суток, меня зовут Катерина Воронцова, и сегодня расскажу вам о карточках «Твой бонус», которые вы получили вместе со своим заказом по каталогу номер 3 «Фаберлик», действовавшему с 12 февраля по 25 февраля. Данная карточка давалась за каждые 399 рублей покупки по данному каталогу. На обратной стороне этой карточки есть защитный слой, серия в которой вы увидите код активации. Данный код активации вы вводите в поле в личном кабинете, которое я в дальнейшем покажу, и получаете гарантированные призы. Это чаще всего скидки от 40 до 70% на разные категории продукции, либо какие-то подарки за 1 рубль. Данные карточки вы сможете потратить и использовать во время действия 4-го каталога, то есть с 26 февраля по 18 марта. По окончании 4-го каталога активированные карточки участвуют в розыгрыше более больших призов. Это, во-первых, 3000 наборов парфюмерной воды Рената и помады из новой коллекции Рената, 300 наборов зонт и атласный платок, 30 инновационных фенов Dyson и 3 главных подарка – шопинг в Москве с Александром Роговым и фотосессия. Причем проживание и проезд до Москвы оплачивает тоже компания. Вот такие интересные подарки можете выиграть, если активируете карточки «Твой бонус» и воспользуетесь ими во время действия 4-го каталога. Итак, как же активировать карточки? Для этого в личном кабинете вы нажимаете на слова «Личный кабинет» и в открывшемся поле спускаемся вниз и видим поле «Активировать карту». Вот как раз такие карточки вам и пришли. Сюда мы вводим код активации из-под защитного слоя на обратной стороне карточки. Например, ввожу я свою карточку. Моя карточка выиграла любое средство декоративной косметики из каталога номер 4 со скидкой 40%. Закрываем. Здесь мы также можем посмотреть список активированных карт. Так, вот они. Все ваши активированные карточки есть здесь, так что вы даже можете не записывать, какая карточка, какой приз у вас выиграл. Здесь есть весь перечень карточек и что конкретно в каждой карточке вам выпало. Теперь давайте посмотрим, как использовать свои карточки, как использовать ваши карточки для того, чтобы получить гарантированные подарки и в дальнейшем поучаствовать в розыгрыше более больших подарков, о которых я уже говорила. Для этого нам нужно с вами оформить заказ. Выбираем заказ по артикулу и вводим какой-нибудь продукт. Ну, давайте фитосыворотку. Добавляем. И переходим на второй шаг оформления заказа, где видим раздел акции консультанта. Как раз здесь вы можете выбрать, вы видите те карточки, которые вам попадались. И если вам, например, попадалось 2 карточки или 3, а любое средство для ухода за кожей со скидкой 40%, то здесь их как раз и будет то количество, которое вы получили. Вот смотрите. Значит, у меня было 5 таких карточек, и по данной акции не разрешено выбрать 5 продуктов. Здесь мы устанавливаем необходимое количество, можем просмотреть список, можем в поиске набрать интересующий товар и нажать кнопочку «Выбрать». Ну, например, я выберу первый же продукт. Все. Таким образом вы можете выбрать те продукты, которые вас заинтересовали, и использовать карточки «Твой бонус». Обратите ваше внимание, что иногда акция по каталогу бывает более выгодна, чем акция, которая есть здесь. То есть вам нужно всегда сравнивать, какая акция для вас в данный момент выгоднее. Надеюсь, это видео оказалось вам полезным. Ставьте палец вверх. До новых видео. Пока-пока.